Наконец-то мне дошли руки сделать реально большой ковер. Соответственно, это нам не подходит. И я нашла супер лайфхак, чтобы не покупать большой держатель просто из картины по номерам. Вытащила вот эту бумажку. Коврик у меня будет вот такого красивого бирюзового цвета. Пам! И на нем белые облачка. Ткань к деревяшке я буду крепить кнопками, которых мне пришло походу 500 вместо 50. Все офигенно натянулось, смотрите, как красиво, может так оставить. У Даника ушло на подобный ковер целых 3 дня, я постараюсь сделать это быстрее. 2 days later, словно в Спанч Боб попались. Если вы тоже заинтересовались и хотите сделать свой коврик, я решила найти все ссылки прям вещей, которые покупала для этого, и оставить вам, чтобы вам было просто. Зашел, купил, сделал. Так что я прямо списочком на днях все выложу в свой телеграм-канал, переходим, подписываемся, чтобы не терять. После половины ковра у меня остался вот такой кулечек. Сравнение целого, да? Рука теперь навсегда в таком положении. Всего ушло 2 мотка с небольшим. Вообще балдежно смотрится. Получается, теперь при заходе в комнатку я буду наступать на этот офигенный мягенький коврик.